Приветствую вас на канале Анчик Нарисуйка. Ребята, подписываемся, нажимаем на колокольчик и смотрим видео. Сегодня мы с вами будем рисовать хлебную корзинку. Сначала рисуем саму корзинку. Все остальные предметы будут лежать в ней. Начинаем. Вот отсюда нам надо вот сюда идти. Сначала ставим симметричную композицию. Два больших батона, расположенных наклонно. И в конце выходит за пределы корзинки. Вот мы один батон нарисовали. Сейчас второй будем рисовать. Между ними будут размещаться остальные предметы. Вот у нас два батона нарисованы. Сейчас в корзине нарисуем кекс повыше, как будто по ним спрятано что-то еще. Вот кексик нарисовали. Второй кекс будет, пусть будет впереди первого. Так в рисунке появится глубина. Чтобы сохранить баланс, один кекс пусть будет направлен в вашу сторону, другой в противоположную. Круассан рисую теперь и соломка в противоположных частях уравновешивает друг друга. Сейчас нарисуем соломку. Соломку специально делаем неровно. Теперь обозначим линиями бортик корзины. Еще вот такие вот линии на корзине. Теперь добавим текстуру на поверхности хлеба и кексов.
Сейчас я обвиваю цветными карандашами это нашу хлебную корзинку. Сейчас я буду разукрашивать. Начнем разукрашивать хлебушек белый. Также мы разукрасим наш круассанчик. И еще один хлебушек. Батон белого хлеба. Красим круассанчик. Батончик разукрашиваем.